Хакама, Таре, До и Мэн. Все это нужно для того, чтобы пройти путь меча. Или по-японски кендо. На самом деле этими элементами амуниция не заканчивается. Есть еще перчатки кате, куртка кендоги и меч синай. Изобилие терминов оправдано. Для занятий кендо характерно стремление к максимальному воссозданию японской атмосферы. Команды даются на иностранном языке. Занятия начинаются с аутентичной разминки. Так что без любви к японской культуре заниматься этим спортом невозможно. Красноярское отделение Федерации боевого искусства кендо, действующее уже около 14 лет, входит в общество русско-японской дружбы. У нас занимается в Красноярске, в Железногорске, на северах нашего Красноярского, необъятного Красноярского края, это в Дудинке, в Талнахе, в Норильске. В Красноярске периодически проводится турнир в памяти мастера спорта Валерия Тимофеева по кендо. Ближайшее же соревнование в июне. Состоятся первенство и чемпионат края. А Илья Воеводин, который занимается кендо уже 5 лет, собирается отправиться на чемпионат Европы, который пройдет во Франции. На самом деле это очень большой опыт. Увидеть, как все-таки дерутся люди из других стран, особенно из Европы. Потому что считается, что в Европе очень сильная кендо. Роман Бык тренируется уже 7 лет, но в силу возраста парню еще нет 15. На чемпионат он пока отправиться не может. Однако это его не расстраивает. От спорта он получил достаточно пользы. Укрепился дух, физические данные. Стал заниматься здоровым образом жизни. Больше самоуверенности. И ты будешь смелее. Занятия проводятся 3 раза в неделю. Разрешены они для детей с 7 лет. Если вы всегда мечтали оказаться в рядах 7 самураев, то теперь знаете, что такая возможность есть.